Ну и еще есть время рассказать о погоде. Тут две новости. Одна хорошая, одна не очень. Хорошая заключается в том, что на Москву идет новая волна относительного тепла. Дойдет, если расчет синоптиков верный, к концу недели вместе с антициклоном из Европы. А вот вторая новость в том, что потепление будет меняться похолоданием. И так еще не однажды. А значит, на дорогах будет очень скользко. И автомобилистам советуют не откладывать момент перехода с летней резины на зимнюю. И быть все более внимательными во время движения. Вероятны туманы, осадки, в общем, полный осенне-зимний набор.